Здравствуйте, мы на даче. Сегодня 29 марта. День шикарный, прекрасный. 16-15 градусов обещают. Смотрите, цветут гиацинты. Но это детки. Детки, ну, луковички маленькие я сюда высадила. И они такие, видите, все равно радуют, правда? Радует. Ранней весной все радует. Вон какая юга красавица. Хорошенькая. Я вам показывала этот цветник, миксбордер. Самый первый я его как бы обработала, выгребла. Ничего не делала, только выгребала. Выгребала все листья. Обрезала здесь я хризантемку. Обрезала. Вон как очитки пошли, смотрите, какой хорошенький. Так, по-моему, морозник цвести еще не будет, но он в том году посажен весной, поэтому рано. Это герань вышла, очень приятно, что вышла. И вот выходит геранька с такими красивыми листочками бордовыми. Так, хризантемки перезимовали, понятно. Ну, так, все хорошо. Все хорошо. Здесь тоже все в порядке, пойдем дальше. Смотрите, как лучше зацвела уже, зацвел арабис. Здесь примулки цветут. Не все, правда, но зацвели уже. Цветут. А здесь потом летом, помните, у меня алисум. Так, пойдем. Я буду показывать то, что цветет, что радует нас уже. Кошки, котики повалялись вон в арабисе. Видите, какую полянку сделали. Любят котики здесь ходить и... Здесь тепло получается на травке. На земле же они не будут лежать. Так они вот выкатали. Ну ничего. А здесь покрупнее. Посмотрите. Покрупнее. Вон там тоже. Вот какие хорошенькие. И здесь. Вот они какие. Там еще не все открылись верхушки. Анютка, посмотрите, Анютка. Анютка. Красотка. Вот, как поближе покажу гиацинты. Вот, еще будут открываться. Какой бадан шикарный. Немножко потеплеет, и я уберу отсюда гейхеру. Видите, она накрывается уже. Но бадан шикарный. Пиончик ранний, коротенький, который такой низенький, бордовый. Смотрите, какой красивый. Там медуница цветет. Здесь тоже зацветает еще. Что-то он какой-то некрасивый, но ничего. Я его в том году пересадку не сделала, этого гиацинта. Так он и остался в земле. И, наверное, мне кажется, это детки. Тесновато ему. Наверное, вот это мама. А то детки. Нужно будет рассадить обязательно. Это хоста выходит. Хосту видно уже. Бересклет. Примулка. Ну, как-то так. Голубой лион, потом зацветет, тоже будет красиво. Лилейник. Вот так смотрится цветник под орехом или у хоздвора. Здесь тюльпанчики. Примулка. И хоста начинает выходить. Вот она уже появляется. Заканчивает уже цвести кизил. Уже такой цвет приобрел. Видите, терракотовый больше. Заканчивает свою красоту. Кизил, я вам скажу, красивый, когда цветет. Но когда ягоды висят, тоже не менее красивый. Сказочное дерево. Бутончики на абрикосе, смотрите. Ярко-ярко-розовые. Ну, надо же, такая красота. Листиков нет, а цветочки уже есть.
Ой, остановись, остановись, нет. Вот она какая, ну прям радость, сплошная радость. Покажу вам поближе. Вот так покажу издалека сначала. Магонию, посмотрите, какая она. Мощный, мощный куст и уже цветы. То есть еще не цветы, но соцветия уже видно. Очень много. Зацветет. Если даст Бог, приеду, покажу обязательно. Вот как она. Какая она. Это все цветоносы, бутончики. Будущие цветочки будут желтым цвести. Будет очень красиво. А вот из земли выходит... Ой, как же называется правильно? Что-то с костями связано. А живокост, вот. Живокост. По-моему, я не ошибаюсь. Живокост, который цветет такими голубыми колокольчиками. То, что я вам говорила, у подножия. Я его потом летом убираю. Видите, никому не мешает. Зато потом, когда перецветет магония, он даст свои стрелы. Я вам потом покажу, какой он будет красавчик. Ну вот магония. Сейчас отойду. Так вот сниму. Вот она какая. Вот. Всю ее величину показываю. Почечки на груши. Посмотрите, какие уже. Груша будет цвести. Это цветочная почка. Здесь тоже. Нужно резать лаванду уже, потому что она пошла уже зеленеть полным ходом. Нужно обрезать.